Пожалуй, статус самой известной мисс мира, а заодно и самой популярной индийской звезды, сохраняет за собой Айшвария Рай, завоевавшая престижный титул в 1994 году. Именно он принес ей рекламные контракты и роли в кино, которые сделали ее мировой знаменитостью. Конкурс красоты стал также билетом в мир славы для Шэрон Стоун и Евы Лонгории. Шэрон начала сотрудничать с модельным агентством, а Ева отправилась покорять Лос-Анджелес вместе с новообретенным киноагентом. Другим звездам участия в одном конкурсе было мало. Мишель Пфайфер и Ким Бейсингер после победы в местных конкурсах сражались за корону уже на национальном уровне. Отважная Холли Берри завоевала титулы сразу в трех конкурсах. Юная мисс Америка, мисс Огайо, первая вице-мисс Америка, и стала первой афроамериканской участницей мисс мира. Другой афроамериканкой, покорившей конкурс красоты, стала Опра Уинфри. Еще задолго до славы самой известной телеведущей в мире 18-летняя девушка участвовала в театрализованном конкурсе «Мисс темнокожая Теннесси», который, несмотря на полукомичность, принес ей вполне ощутимую выгоду. Победительницу пригласили на интервью на местное радио, где девушка с таким упоением рассказывала о своей жизни, что ее пригласили вести новости. Софи Лорен участие в конкурсах заветного первого места не принесло. Однако именно во время кастингов итальянка познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Карло Понти. Люси Лоулис победа в «Миссис Новой Зеландии» привела на телевидение, где знаменитость сначала снималась в комедийном шоу, а затем была замечена создателями сериала «Удивительные странствия Геракла». Так Люси стала Зеной, королевой воинов. Фото East News, Getty Images.